Let's get ready to rumble! Дэниел Джейкобс сказал, что в реванше с Геннадием Головкиным хотел бы показать свой истинный уровень. Это бой, которого я хочу больше, чем когда-либо. Я хочу доказать миру, что я лучший средний вес. Да, мы можем исправить пару вещей, но это все в боксе. Вы можете оглянуться и посмотреть, что вы можете сделать определенно. Я хочу доказать, что я лучший, цитирует Дэниел BoxingNews24.com. Эдмонд Тарвердян, тренирующий американца Ванеса Мартиросяна, надеется, что положительный настрой и высокая мотивация помогут его подопечному 5 мая одержать победу над Головкиным. Когда Ванис счастлив, он выступает лучше, бойцы вроде него не ржавеют. Если Ванис покажет свой лучший бокс, он может побить любого. Геннадий был истинным чемпионом на протяжении многих лет. Как можно не быть фанатом такого боксера? Но если Ванис побьет Трипл G, он станет лучшим, его мечта становится реальностью. Для него это выигрышная ситуация. Он это понимает, так что должен просто выйти и показать себя, сказал Тарвердян в интервью с Los Angeles Times.